Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт визасам.ру. И вот 24 сентября вышел такой закон. Я даже 4 сентября россиян, которые прилетают в свою страну, ну, например, из Турции, из ОАЭ, из других стран, нужно предоставить справку об отсутствии коронавируса, либо сдать ПЦР-тест. Это условие было еще с июля 2020 года, но сейчас, до того, как вы получите результат и загрузите их на сайт госуслуг, нужно это сделать в течение 72 часов, нужно соблюдать режим самоизоляции либо дома, либо по месту пребывания, где вы находитесь. Уже есть случаи штрафов, предусмотрены административные штрафы за несвоевременную загрузку результатов этого теста и за нарушение режима карантина. Сдать ПЦР-тест можно сразу в аэропорту по прилету. В Домодедово, Внуково, Шереметьево есть такие вот специальные лаборатории. Делать в течение суток. ПЦР-тест по прилете в аэропорту Шереметьево сдается в терминале D, первый этаж. Цена, например, за 24 часа 1800, экспресс 2750 рублей. Там взять можно такой талончик и, ну, онлайн-регистрации зарегистрироваться. Обязательно перед тестом зарегистрироваться, иначе вас его не возьмут. В принципе, я все сделал быстро с телефона, но, тем не менее, кто не знаком с интернетом, лучше сделать заранее, дома. Можно сдать экспресс-тест за 3500, быстро. Давайте еще раз скажу пошаговую инструкцию, что делать, чтобы сдать ПЦР-тест. Прилетайте, можете сдать его прямо в аэропорту. Лаборатории, которые делают без очереди, вообще без очереди, пришли сразу, сдали, ушли, 3500, если вам нужен за 60 минут, если за 60 минут с очередью, 2500, если за 24 часа с очередью, 1750, то есть пришли, подождали очередь минут 20, сдали ПЦР-тест и поехали спокойно домой. Либо можете сдать это у себя дома, в лаборатории. Получите результаты, загружаете их на сайт госуслуг. Вот я сдавал в аэропорту за 1750 рублей. Результат пришел, то есть я сдал где-то днем, пришел на следующий день утром, я загрузил на сайт госуслуг, все. То же самое, если вы вылетаете куда-то, вот смотрите, ПЦР-тест, рассчитывайте, что он будет делаться минимум час, то есть приезжайте в аэропорт заранее, там за 4-5 часов, даже если вы без очереди пойдете, за 3500, допустим, чтобы вам сделать этот ПЦР-тест. Еще этих лабораторий есть два технических перерыва, один ночью где-то. Вот прочитайте лучше на официальном сайте, точно там, по-моему, с 4 до 5, один когда-то днем, чтобы вам случайно не попасть в это время. Допустим, если вы хотите сделать ПЦР-тест в аэропорту, у вас нет времени, либо переживаете, что в вашем городе он не вовремя будет сделан, приезжайте заранее. В Шереметьево, во Внуково, в Домодедово везде есть, в Пулково тоже есть. Вот новые аэропорта сейчас открылись, там уточняйте на сайте этого аэропорта, есть ли лаборатория, которая принимает ПЦР-тесты, и когда она работает. Если нет, просто сдайте в своем городе. Допустим, прилетели вы в Нижний Новгород, в Екатеринбург, пошли в город, сразу на следующий день сдали, получили результат, загрузили. Да. Постоянно все эти правила пересечения границы, они меняются, сдача ПЦР-тестов, въезда, выезда. Вот под этой статьей будет ссылка, где все актуальные правила возвращения россиян домой, правила въезда иностранцев в Россию во время карантина. Потому что YouTube, допустим, не дает мне перезаписать видео и исправить что-то, если изменится и будут введены какие-то правила. Вот здесь есть, кстати, кнопочка «Подписаться». Обязательно подпишитесь на наш канал, здесь я буду делиться самыми последними новостями об открытии границ, видео из стран. Я был в Занзибаре, сейчас полечу в Египет, также Кипр, Черногория и другие страны, прямо непосредственно с места событий. Ну все, всем пока. С вами был Борис Соколов, сайт visasam.ru.